Меня брата зовут Алеша. Так, как если бы это дома происходило, как если бы тебя папа или мама назвал там, да? То есть, ну, это же отец может сказать Алеша. На Баяха? Действительно. Ямочки классные. Вообще говорят, что люди с ямочками не добрые. Он очень не похож на каких-то циничных и распущенных пацанов. Ты человек немножко с другого мира, который к женщине относится. Вот как к сокровищу, как к драгоценности. Я попросила, говорю, Лёшка, познакомь меня с твоей мамой. Я хочу ей сказать спасибо за вот такого сына. Он очень трудолюбивый. Он больше, наверное, всех пашет над собой. И это настолько подкупает. Вот Леша один из тех, которые... Он будет рыть до конца. Он становится человеком, появление которого ждут на сцене. Это шоу и есть Смирнов. X-Factor и есть Смирнов. Они одно целое. Дошло дело до чемпионских раундов, понимаешь? Я кое-что привез для тебя. Угу. Становишься сюда, вот, будешь петь и идти вперед. Я хочу, чтобы тебя как будто, чтобы ты рвался к микрофону, чтобы ты рвался в зал. Иди вперед. Теперь работай руками. Левая вперед, правая вперед. Лёшка, кстати, любит такую тему. Он действительно работает над собой. И когда он говорит о том, что чтобы изменить мир, нужно начать с себя, это не просто красивые слова. Интересно, какой выбор. Очень интересно. Вот тут это эксперимент чистой воды. Он меня зарядил как батарейка реально. Это движение вперед, понимаешь? То есть это воля к победе. Без жгута вот это вот усилие, которое ты физически тратил, да, которое ты физически использовал, ты должен превратить во внутреннюю энергию. Было ощущение, что я должен это все преодолеть. Я рвался вот как только мог. Я не буду себя жалеть. Нет. Только вперед, Серега сказал себе это. Только вперед. Алексей Смирнов.
navigate my futurist balloon. After years the wave will see me landing on the moon. Rise the banner on the planet. Love grows everywhere. In the audience of mission. Green biosphere. Пак Нео на сцене шоу X-Factor. Як же у цього хлопця вірить його наставник, що от уже котрий ефір поспіль не тільки не боїться сміливих експериментів із вибором пісень, але й довіряє таку відповідальну місію, як порятунок людства. Скажи чесно, те, що вчора зірвався кінець світу, теж твоїх рук справа? Ігорю, а ти зміг би безоглядно довірити цьому співочому рятівнику своє майбутнє? Своє майбутнє чи запальний танцювальний хіт? Справді, що спасибі від мене, як від фізика, за вибір пісні гурту «Вакуум». Це фізичний термін. Магія була в постановці, в твоєму образі і навіть в назві, якою тебе назвав твій наставник. Але не було магії в пісні. І спасибі тому баритону, який наспівав Беки. Дякую, зрозуміло. Іро? А що, Ігор зараз щось плохое сказав? Ні, я сказав Беки. Беки. Ну, не Бяки, головне? Ні, жодного. Ну, і хорошо. Леха, а що з лицом? Ты в образе, что ли, еще? Давай улыбаться. Во, не, не гримасничать, улыбаться. Я не могу. Отцепили уже канаты? Уже отцепили. Уже выдыхай. Выньте ножи из Смирнова. Я очень люблю эту песню. И я была уверена, что перепеть ее вот так же магически, в ней что-то магическое такое есть, действительно, я была уверена, что перепеть ее нереально, потому что я слышала какие-то варианты, какие-то пробные. Вот, браво Сереге за выбор песни, и тебе браво за то, что ты спел не хуже, а то и лучше оригинала. И вот это вот висеть под потолком и петь, и ни одной фальшивой ноты, и ни одного лишнего движения ни руками, ни ногами, ни мускулами лица, это, конечно, говорит, безусловно, о твоем профессионализме. Молодец. Дякую. Спасибо. Сергею, вы на чьем боте? Да, действительно, спето было очень профессионально, очень здорово и точно, хотя... Я видел, как Лёше было тяжело петь внизу, вот эти низкие ноты, но он стоически выпевал и вытягивал очень мощно. И делал даже какие-то нюансы, делал пиано внизу в каких-то местах, во втором, в третьем куплете, там, где повторялась эта вот фраза, да, внизу.
Это было очень здорово. Меня это восхитило. Думаю, как человек вот тонко работает своим аппаратом и умеет скрыть какие-то, да, трудности, на пиано спеть. Вот. А где-то было и так полно, хорошо спето, так вот, как нужно. Ну, а верха, конечно, великолепная. Верхние ноты — это конек Лёши. Здесь уж ты, конечно, купался. И при том, при всем при том, это было исполнено очень строго, как и того и требует песня. Действительно такая магическая. Ира Дубцова все сказала правильно. И ты показал очень хорошую профессиональную работу, Лёша, что особенно, конечно, меня восхитило здесь. Спасибо. Дякую. Спасибо. Серега, якщо Льоша в тебе нео, то ти не інакше, як мудрий наставник і натхненних Морфеус. Як на мене, команда у вас те, що треба. Дякую. Ну, мені кажется, що я не очень подхожу на роль Морфея, бога сна. Мені б не хотілося усипіть телезрителей, хотілося б, наоборот, розбудити їх, побудити їх, підтримувати, голосувати і вірити в категорію парні. За Алексея Смирнова. Он очень нуждается по-прежнему в нашей, в вашей поддержке, в любви, в понимании, в ваших голосах. Алеша, реакция зала говорила обо всем. Ты молодец. Дякую. Леша, ты знаешь, чи станешь ты обраним вирішувати не мені і не суддям. На жаль, панове, право...